Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Cats. Сегодня мы продолжаем тащить, сейчас я нахожусь на 18 этапе, я уже несколько этапов прошел без записи. Давайте посмотрим по карте, я прошел 2 этапа мгновенно и 1 этап с первым рангом. Вот, по-моему, 14 этап вы уже видели, если я не ошибаюсь, так что показывать его я вам не буду. Мы уже практически приблизились к карбоновым деталям, и хочу сказать то, что огромное вам спасибо за помощь, то, что мне подсказывали. Я на самом деле что-то слишком тупой оказался в плане того, что я раньше не ставил, я не прокачивал никакие вещи, и сейчас я понял то, что это реально очень классно. Я вот думал, что именно вот такая вот прокачка, давайте вам покажу, вот беру лазер, сюда вкачивают, например, вот эту вот ракету. А я думал, то, что эта прокачка — это вообще полный отстой, и никто как бы не понимал, почему все пытаются ее прокачивать. Но потом я понял то, что вот эти вот плюсики, которые, например, вот у меня к лазеру дается плюс 58%, эти плюсики даются и к этому урону, который был прибавлен за счет вот этой вот прокачки. Я вообще этого на самом деле не знал, сейчас я это понял, и вот на данный момент у меня вот такая вот машинка. Как вы видите, я практически 2 этапа, по-моему, с ней прошел. Да, я 2 этапа... А, даже 3. Я 2 этапа мгновенно прошел, и получается, вот 17-й этап я прошел с первым местом. Это очень хороший результат для этой тачки. И на самом деле я вам хочу сказать то, что эта тачка очень крутая. Может быть, вы ее уже видели в каких-нибудь группах по Cats, потому что я знаю то, что ее где-то там выкладывали. Но эту тачку я сделал гораздо раньше, чем ее там выложили в какой-то русской группе для Cats. Мне вот просто в комментариях писали. И сегодня я вам, наверное, подробнее ее покажу, все вам расскажу, против кого она не очень. Просто я хотел ролик посвятить именно вот этой вот красивой вот машинке, потому что именно она мне очень сильно нравится, очень сильно полюбилась. Мне что-то как-то не очень нравятся все вот эти машины, которые как-то по стандартному убивают. Вот, например, давайте посмотрим, кого я не могу убить. Вот этого чувака, например, на катере я не могу убить. Вот видите, он, ну, блин, по стандарту как-то убивает, и это на самом деле не очень классно смотрится. А вот когда я убиваю, я вот так классненько лечу и просто перелетаю, и это так красиво, когда он в воздухе так суперски убивает. Ну, это реально смотрится намного красивее, чем вот всякие вот эти, ну... Блин, ну вот посмотрите, вот он перевернулся, он на меня летел, если бы я был на какой-нибудь другой тачке, он бы просто на меня перелетел и все. Своими бы циркулярками меня просто зарезал. А я его перелетаю и так красиво в воздухе просто по нему стреляю, это смотрится просто нереально красиво. Конечно, эта тачка не идеальная, у нее... Есть жесткие такие противники, которые могут ее спокойненько контрить, но все-таки она себя очень хорошо показывает, если учитывать то, что, ну блин, у меня просто корпус, у меня нет даже колес. Вот, ну у меня, конечно, есть оружие, 2 реверса, это, конечно, ну все да, про это я не говорю, даже лазер у меня достаточно мощный, но, блин, все-таки все равно это очень классно, да? У меня нет колес и основного какого-то буста хп у меня вообще нет. Так что вот, у меня 8000 здоровья, без ничего, и я спокойно убиваю реально чуваков, ну вот, которые со мной в этапе. Вот я на 4-м месте. Тут чувак даже с престижем, у меня в прошлом этапе тоже такой был, но интересненько. Тот был с близнецами, а этот у нас с корпусом комета. Ладно, смотрим дальше. Я еще в этом ролике хотел открыть пару сундуков, потому что я хочу лазер уже 4-го уровня, так как я, наверное, вот этот вот лазер 9-го волью в следующий мой лазер, и он будет тоже мощненький достаточно, думаю, и вот эти вот мои плюсики дадут неплохой такой ему... урон, ну, процент добавится. Так, здесь у нас ставка интересная. На самом деле, блин, я вот всегда не ставлю на ставки, где вот эти вот классики дурацкие, потому что это очень сложно предвидеть, кто из них победит. Ну, вот, допустим, возьмет просто, лазер не успеет даже выстрелить, и вот эта вот классика возьмет и поднимет эту проныру, и все. Этот лазер будет никому не нужный, а я уверен, то, что половину урона будет как бы лазер занимать. И, блин, я вот не знаю... На самом деле, как тут повезет? Может быть, вот эта вот классика его не поднимет, и лазер успеет выстрелить. Хоть у него есть эта вот циркулярка, я на самом деле не знаю, на кого ставить. Ладно, мне пофиг, у меня кристалликов достаточно, так что я, наверное, все-таки поставлю вот на этого чувака, он помощнее будет. Так что, наверное, все-таки я так и поступлю. Я ставлю вот это, и давайте посмотрим. Может быть, у меня что-то есть другое для того, чтобы поставить, потому что... Что-то как-то мне вот выпадало. У меня еще был лазер крутой для катера, но я его влил вот в этот лазер, потому что думал то, что я мгновенно смотрю, ой, смогу вот этот вот этап пройти, но что-то я как-то не смог. Ну, блин, здесь не знаю, я, наверное, этот лазер сюда поставлю. как бы ничего такого в этом нет, если что, восстановлю. Многие мне задают вопрос, откуда у меня столько много денег, откуда у меня столько много кристаллов. На самом деле, ребята, все очень просто. Я ни копейки в эту игру не донатил, я просто открываю сундуки, я продаю ненужные детали, и все. Вот у меня откуда берутся все деньги. Я не понимаю, почему вы думаете, то, что я что-то донатил в эту игру. Даже если я донатил, то мне кажется, это слишком мало. Давайте посмотрим, сколько здесь донат. Ну вот, блин, ну не знаю. Вот популярный здесь 600, но у меня бы гораздо больше этого было. Ну, блин, тут вот вообще есть супер дорогие какие-то коробки, просто контейнер кристаллов. Ладно, в общем-то, давайте мы сейчас немножечко поиграем. Я открою вот этот сундук, думаю, и посмотрим, что нам из него выпадет. Ковшик. У меня, кстати, один ковшик 4-го уровня есть, это очень классно. Так, лазер мне выпал 3-го уровня. Неплохо. Циркулярка, ракетница, дрель для пирамиды, комплект атаки. О, вот это очень даже хорошо. Он лишним не будет. Плюс еще на 3 звезды. Сейчас можно посмотреть рекламу и открыть еще вот этот сундук. Так что давайте я сейчас поставлю паузу. Как только досмотрю рекламу, я покажу вам, что мне выпало из этого сундука. Итак, ребята, посмотрел, значит, рекламу. Открываем этот обычный ящик. Ракетница 2-го уровня. Потом пирамида. Очень, кстати, интересная. У нее тут... Ну, блин, не знаю, на самом деле, для чего ее можно использовать. Какую-нибудь крутую тактику, может быть, можно с ней придумать, но что-то я пока что не знаю. Так, такой вот титан, очень странный, я не знаю, с чем его использовать. Тут нужны высокие колеса, чтобы хотя бы он двигался. Ну, блин, слишком непонятный. Так, нитро 4-го уровня. Я буду называть эти звездочки уровень, потому что мне так гораздо легче. Ну окей, такой себе сундучок. Итак, друзья, мы продолжаем, прошу прощения за паузу. Собственно, мы открыли с вами сундук, он такой был средненький, и сейчас я набил еще пару сундуков, на них уже есть по одной коронке, но сейчас мы пойдем в быстрый бой, и я буду набивать серии побед для того, чтобы получать коронки, и расскажу вам, соответственно, про эту тачку поподробнее, расскажу про все ее плюсы-минусы, чтобы, ну, как бы поднять ваше, не знаю, уважение, что ли, к этой машинке, потому что я за все время, сколько играл, я встречал такую машину только один раз. И это было как раз-таки сегодня. Это был нереально красивый бой с этим чуваком, потому что мы так красиво с ним взлетели. И просто, знаете, я, конечно, проиграл этот бой, но бой был просто нереально красивый. Мы так в воздухе перелетали друг друга, и его лазер, конечно же, немножечко раньше выстрелил, из-за этого я проиграл, но это было все в воздухе и выглядело просто нереально красиво. Вот, так что, я не знаю, хотите ставьте, хотите нет эту тачку, но бои с ней выглядят просто нереально классно. Так что, если хотите смотреть на красивые бои, а не такие стандартные, когда у вас там просто как-то тупо все происходит. Ну, вот, например, смотрите, эта пирамида с лазером бы на меня ехала, и чё? Просто бы стрельнул там пару раз, ну и все, я бы проиграл ей. А так я просто перелетел, получилось не очень красиво, потому что, ну, как-то он тоже перевернулся в начале. Ну, реально, не очень красивый бой был. Но вот когда я так перелетаю и в воздухе просто офигительно мочу этого своего противника, это смотрится просто нереально классно. Ладно, давайте я вам расскажу про плюсы этой тачки. На самом деле, для этой тачки вам не понадобятся никакие колеса, так что вы можете их спокойно просто брать и вливать в лазер, вливать в корпус, просто продавать, что хотите, можете с колесами делать, потому что вам для этого корпуса, для этой тачки они просто не понадобятся. Вот, еще очень хороший плюс для этой тачки, это то, что на нее можно поставить сразу 2 утилиты. Вот посмотрите, у меня вот этот реверс дает плюс 58 для лазера, и вот этот вот реверс дает плюс 29 для лазера. А еще посмотрите, вот этот вот лазер я просто прокачал немножечко, и он стал просто нереально мощный благодаря вот этим вот 2 реверсам. А вы представляете, что бы было, если бы у меня было 2 реверса, которые давали плюс 100 к лазеру? Это было бы просто нереальное что-то, потому что мой лазер был бы просто капец какой мощный. А вот если я к этому всему бы еще добавил проныру, у которого было бы, ну, плюс 100 к лазеру, естественно, то это было бы вообще просто что-то. Этот лазер просто бы всех в воздухе на изи просто уничтожал. Кроме, конечно же, бомжей, которые ставят реверсы. Мне они не очень нравятся, я их не люблю. Вот. Ну, блин, что я только что сказал? Я сказал про бомжей, которые ставят реверс, хотя у самого стоит 2 реверса. Ой, дурак. Ладно, не бомжи, в общем-то, крутые чуваки. Ну, просто они против меня не очень, из-за этого я их так назвал. Ну, ладно, вырвалось немножечко, прошу прощения. Собственно, смотрите, вот еще раз повторюсь, 2 реверса крутых ставите, на которых плюс к лазеру, и еще ставите проныру, на которой тоже аналогично плюс к лазеру. И у вас просто капец, что происходит. Еще вы, конечно же, можете... Ой, куда я нажал. Еще вы, конечно же, можете вот здесь вот прокачать лазер. Это вот колонка открывается на 16 этапе. Я вот недавно только перешел, сразу же прокачал. И здесь еще прокачивается на 30% лазер. И тогда у вас просто не машина, а просто чудо какое-то. Потому что этот лазер просто будет на ваших этапах всех уничтожать. Самое прикольное то, что как только вы получаете лазер на одну звездочку побольше, вы выливаете этот лазер в новый, и все, у вас тоже опять-таки дофига урона. Это вообще просто супер крутая схема, и мне она очень-очень сильно нравится. Ладно, я уже заговорился, рассказал вам про плюсы вот этих вот двух утилит, и, блин, что это за чувак? Я надеюсь, мы ему не проиграем, потому что будет стыдно проигрывать на такой крутой тачке чуваку, у которого кроме импульса ничего нет, и нитро. Ну, вообще будет просто тупо. Но мы его, к счастью, выигрываем. Хотя сколько у него хп, это просто капец. Ладно, смотрим дальше. Чё я вам еще не рассказал? Про плюс, по-моему, я вам все рассказал. Она перелетает, на вас не действует урон ни от ракет, ни от лазера, ни от дрели там с этим, как его... Как же он называется? А, с жалом. Вот, и не от пилы. Конечно, циркулярки вас могут задеть, а потом вас может задеть... как же называются-то? А, близнецы. Вот, близнецы в разные стороны стреляют, из-за этого они вас тоже могут задеть. Но я попадался с чуваком, у которого были близнецы, у него был престиж, это было на моем прошлом чемпионате, получается, где я мгновенно прошел. Вот, я его просто сразу же в воздухе убивал, все его 20 хп одним выстрелом просто выносил, и его близнецы мне просто ничего не делали. Так что, если у вас нормальный урон, то вы и с близнецами, и с циркулярками, конечно, справитесь. Вот, также еще... Есть такой плюс, то что вы же знаете все прыгунов, и прыгуны бывают разные. Они бывают валунами и бывают пронырами. И в большинстве своем все проныры, которые с двумя, получается, слотами для оружия, они все летят так, ударяются об левую стенку, где я начинаю свой бой, и просто переворачиваются, и ничего вам больше сделать не могут. То есть они не двигаются, просто стоят на месте. И все, это тоже очень классный плюс. Ну и, конечно же, есть прыгуны с валунами, которые тоже так же переворачиваются и просто остаются там. Эти стенки сдвигаются, и им, ну, капец как бы приходит. Вот, но бывают такие, конечно же, чуваки, которые, ну, не так себя ведут. Они начинают ехать, и, конечно же, своими циркулярками спокойно вас могут завалить. Конечно же, мне кажется, не существует такой тачки, которая прям всех бы могла убить. На каждую тачку найдется какая-нибудь тачка, которая ее будет контрить. Так что самые идеальные тачки, наверное, ну, не существует. Конечно же, можно ее найти, но... Я что-то в это слабо верю, на самом деле. Вот, еще по поводу плюсов этой тачки я, на самом деле, не знаю, что еще сказать. Ну, блин, красивые бои, это, наверное, самый главный плюс, почему я использую эту тачку. Просто, ну, действительно, мне кажется то, что если бы я играл какой-нибудь обычной тачкой, мне бы эта игра уже давно надоела. Но когда... Ты хочешь придумать какие-то новые крутые тачки, это реально очень красиво смотрится, все эти бои просто нереально классно проходят, и из-за этого в эту игру хочется играть все больше и больше. Для меня одно удовольствие вкачать этот лазер, чтобы он переворачивался и убивал там вообще каких-нибудь здоровяков с одного выстрела, это реально очень классно. Ладно, ребят, теперь пройдемся по минусам этой тачки. Бывают такие моменты, когда лазер вроде бы как попал в противника, но почему-то урон не засчитался. То есть это про именно выстрел, который происходит в воздухе. Я не знаю, что это за баг, но реально бывают такие чуваки, которых как бы лазер задел, но урона-то как такового не прошло. И это на самом деле очень странно. Я не один раз такое встречал. Это меня на самом деле очень раздражает, я не знаю, это либо баг игры, либо просто мой лазер как-то не может их задеть или что. Ну вот именно в визуальном плане, когда как бы я стреляю, то он видно, что задевает своего противника, ну моего точнее. Вот, так что не знаю, почему так происходит, это очень странно. Еще бывает такой баг, который меня больше всего просто бесит, я не понимаю причину этого бага, из-за чего он вообще происходит. Блин, чувак, давай доедь до меня, пожалуйста, я так хочу тебя выиграть, ну ты пиписька. Не доехал. Еще бывает такой баг, когда вы берете, перелетаете своего соперника и ударяетесь об землю, но при этом вы не на крыше как бы своей лежите, не наверху корпуса, а именно переворачиваетесь именно об землю. И непонятно, из-за чего это происходит. Но я заметил такую закономерность, то что это происходит в основном из-за того, что у вашего противника сзади будет большое колесо. То есть вы как бы ударитесь об землю, но при этом вы перелетаете... ну, на свою пузо, так скажем, корпуса. Вот, это очень странный баг тоже, я не знаю, либо там какая-то багнутая текстура, либо что-то в этом роде, потому что Я, не могу этому разобраться, потому что я вижу то, что визуально там ничего нет, как бы, но он об что-то ударяется и просто берет и переворачивается. Это тоже очень странно. Вот. Ну, наверное, это какие-то баги или что-то там связанное с текстурами, потому что другого объяснения я этому, конечно же, найти не могу. Так, ну что еще? Чуваки, конечно, которые будут играть с реверсами, они вас будут выигрывать, потому что вы не сможете их толком перелететь. Ну, конечно же, есть, которые с реверсом будут играть, и вы сможете их перелететь, но есть такие, которых вы не сможете перелететь. Вот этого чувака мы, кажется, не выиграем, потому что он какой-то дебил. Ну, хотя, смотрите, может быть, все-таки мы успеем. Блин, нет. Блин, ну немножко не хватило. Ладно. Проиграли мы этому чуваку. Ну, в общем-то, про минусы я, по-моему, все рассказал. Конечно же, титанов достаточно тяжело выигрывать, которые очень медленно едут на своих маленьких колесах. И из-за этого я ударяюсь об их корпус и тоже неудачно переворачиваюсь и стреляю, получается, в правую стену. А противник мой просто меня берет и прижимает к стенке. Вот. И потом меня уже съедают вот эти вот там стенки, которые сближаются. Собственно, про эту тачку я вам полностью рассказал. Я не знаю, будете ли вы ее использовать, но я реально вам советую ее использовать, потому что с ней бои смотрятся, ну, просто нереально красиво. Конечно же, все это может когда-нибудь надоесть, ну, тогда вы можете в любой момент как бы сменить тачку, в этом никакой проблемы нет. Но если вы хотите, ну, хотя бы немножечко насладиться игрой, просто когда я впервые сделал эту тачку, я просто нереально наслаждался тем, там, как она просто всех разматывает, всех убивала так классно. Вот, и мне это реально нравилось. Давайте мы сейчас на карте даже посмотрим. Я, по-моему, даже мгновенно с этой тачкой проходил этапы. Ну, конечно же, я вам показал последний, как я проходил этапы мгновенно с этой машинкой, а потом на первый ранг. Но я не помню, как я проходил с этой тачкой именно там в начале, потому что я с этими этапами очень долго мучился. И вот, смотрите, вот этот вот этап был очень-очень давно, 12-й. И я уже тогда играл вот с этой машинкой. Потом на 13-м этапе я тоже играл. Я не помню, это, наверное... Блин, когда это было-то, это реально давно было, если честно. Я не помню, конечно, именно точную дату, но это было реально давно. Тогда про эту тачку, наверное, единицы только знали, потому что в боях я ее не встречал, чисто случайно ее открыл. И вот у меня получилась реально очень прикольная штуковина. Вот, потом я уже на ютубе пару роликов даже по ней увидел. И вот мне написали в комментариях, что в какой-то русской группе ее тоже выложили. Ну а так, мне кажется, она еще не потеряла свою актуальность. Я до сих пор с ней играю и получаю просто огромнейшее удовольствие от этого. Вот, и сегодня я встречал только одного чувака, так что пока что можете использовать все-таки эту тачку. Ну, пока ее не используют, конечно, огромное количество народу. Вот, можете ее спокойненько использовать, и она будет просто... вам делать нереально красивые бои. Так что я вам всем советую эту тачку, ребята. В этом ролике я реально про нее очень много рассказал, пытался не молчать весь ролик. Ребята пишут, типа, я много в роликах болтаю, но на самом деле я считаю то, что чем больше ты говоришь в ролике про игру, то, блин, это на самом деле наоборот круче, чем ты просто будешь сидеть и молча играть. Мне кажется, это наоборот плюс, чем, ну, блин, просто сидишь, молчишь такой, ну, что интересного-то в этом? А когда ты болтаешь, все рассказываешь, это, ну, намного интереснее. Вот, собственно, про тачку я вам полностью все рассказал, все плюсы и минусы. Можете попробовать с ней сыграть, может быть, даже вы сможете мгновенно перейти со своего этапа благодаря этой машинке. Не знаю, как у вас что получится, но я именно вам советую с этой тачкой поиграть, потому что она реально очень прикольная. В общем-то, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.